Привет нижегородским телезрителям. Привет всем болельщикам. В ближайшую минуту вас ждет прогноз погоды и немного спортивных новостей. Поехали. В пятницу в регионе пасмурная и дождливая погода. На юге области днем плюс 5, ночью плюс 2. В Грацее и Семенове днем плюс 4, ночью плюс 2. На севере области в Урине и Шахуне днем плюс 4, ночью плюс 2. В Дзержинске днем 5 градусов тепла, ночью плюс 2. В Нижнем Новгороде днем плюс 4, ночью плюс 2. Желаем нашей женской волейбольной команде «Спарта» успешно съездить в гости к Енисею. Ждем от нашей главной хоккейной команды региона «Торпедо» победной игры на выезде против «Адмирала» и «Амура». И только победы футбольному «Пари НМ» в домашнем матче против «Балтики». Все вместе мечтаем о победах, играем и, конечно, побеждаем.